Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. В последней серии мы выбрались из ада, наконец-то. Тут нас сразу встретил старый знакомый, нас все считают уже погибшим давно, что в принципе так и есть. И сейчас нам нужно навестить нашу тетушку. Наша тетушка Сара в Нижнем Эстсайде живет недалеко от ресторана «Оливковая роща». Подожди, это же... Мы, по-моему, в этом ресторане не так давно были. Так, куча звонков. Давайте парочку послушаем. Вот сотый, допустим. This is Grinders Lane Abattoir. We cut the best fucking meat from the freshest fucking pigs to make the best fucking sausages. Leave a fucking message after the fucking beep, will ya? Количество слова fucking зашкаливает. Давайте по третьему позвоним. Hello. This is Robert speaking. Mary. Why did you leave me? I don't know what to do without you. I feel so lost. Please come back. I love you. Да блядь, позорище. Да. Так, ну что, нам похоже нужно в Чайнатаун. В Чайнатауне, по-моему, находится этот ресторан «Оливковая роща». Хотя могу и ошибаться. Могу и ошибаться. Так, карта. Так. Из Чайнатаун мы попадем в Эстсайд. Да, куда-то туда, короче говоря. Если я не ошибаюсь, конечно. Chinatown. You're not here anymore. I'm trying to remember you. But all I get is the stupid shit. Like your wallpaper. Smelling your hallway. Even my mind is fighting me. Так, ладно, тут бандитов нет случаем. В принципе, с чего им тут быть? Все считают нас мертвыми. Так, давайте по карте посмотрим. Я сейчас нахожусь около метро. Мне нужно... Хрен знает, куда мне нужно. Так, ну вот ресторан. Если я в ресторан заднего входа войду, нет, это явно будет не дело. Значит, ищем другой путь. Давайте выйдем на улицу Виктории и оттуда уже, наверное, попадем в этот Эстсайд. Хотя, возможно, надо было просто как-то на метро проехать. Не знаю. Тут я смотрю, что-то загорожено. Возможно, я и заблужусь. Прямо сейчас. Так, ну... Что ж, я даже не знаю. Это явно нигде не здесь. Там у нас Дженни жила. Но сейчас ее там, естественно, нет. Убил ее наш дядя Поли. Мерзавец получит свое. Так. Похоже, что не на этой локации переход. Так, что тут Чак? Чак! Точно. Просто Чак. Этим все сказано.
Так, отсюда я не пройду. Куда вообще иду? Нет, я не пройду. Зачем я сюда прусь, я не знаю. Ну ладно, иду, иду. Ладно, все, выходим обратно в метро. И оттуда уже ищем путь на Истсайд. Так. Живет в Нижнем Истсайде. Недалеко от ресторана, понятно. Значит, отсюда выбраться не получится. Хорошо. Возможно, нам с другой стороны надо будет, то есть не уезжая на поезде, тут, по-моему, в другую сторону еще можно подняться. Посмотрим. Пистолет, конечно, козырный. Разукрашенный. Может, справочный нам подскажет. Так, ну я не понял, мне сейчас надо ехать на канал стрит этот, на станцию, или мне отсюда как-то можно выйти? Ну сейчас разберемся, короче. А, ну это и есть канал стрит стейшн. То есть нам сейчас в ту сторону, понятно. А, вот он, Ловер Сайт, понятно. Все, все, понял. Добрый день. Эй, толстая, уйди. Жирный. Ты чё? Ты чё тут делаешь? Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Так, ладно, я не буду платить, я в наглую пройду. А, постер похож на постер ходячих мертвецов. Так, все, наконец-то мы вышли куда нам нужно. Проведуем тетушку. Now she taught me about life. After I left the orphanage, she was the one person who cared for me, and she loved you. Now when her husband Jimmy Franchetti died, the family forgot about her, except for the older guys and me. Что-то семейка у вас не самая хорошая, смотрю. Так. Судя по всему, сюда, потому что просто так тут не стали бы делать пустую локацию. Обычно он там, видите, просто текстуры ограничиваются, задернутых шторок. Так что, судя по всему, это и есть та квартира. Сара Франк. Или Франчетти. Франчетти. I've been so worried about you. I heard you were gone and I feared the worst. You look thin. Have you been eating? You come on inside. Come on. You want some minestrone? Да. Кишкануть я бы не отказался. Ну давай рассказывай, что случилось. Как жизнь? I know what's happened, Jackie. And you know how much I've always loved you. You know how I hate it when our family turns against each other like this. Aunt Sarah. I lost her. And what the hell am I gonna do without Jenny? It's terrible. Cleaned out her apartment. She was waiting for you, Jackie. Anyone but you could see it. Oh, you should have taken her away from this place when you had the chance. And now you've got to take care of it. I'm really sorry for the way things came out here, Sarah. Now you know
that I never meant any disrespect to you and the family. But I'm gonna have to take a stand against Paulie and Eddie Schrodt and punish them for what they did. I know. And some of the older men, they'll support your decision, Jackie. But you're gonna have to earn their trust. If you were to hurt Paulie's operation, they might consider joining you. They want things back the way they used to be. I'm gonna tear his face off, Aunt Sarah. Pardon my language, but I'm gonna rip that dirty little motherfucker's face off and feed his lips to the fucking rats! But I can't kill that little fucking scumbag without your blessing. You know that. Well, kill is such a dirty word, but do what you have to do. Все на стороне Джеки. You won't get to Paulie unless you go through his police dog first. The only way to Paulie is through Captain Eddie Schrodt. Now, I happen to know he has an apartment up by Gun Hill. And I spoke to Jimmy the Grape, and he's arranged for a man named Abe Hunter to let you into the building. And I suggest you go there and take up Jimmy's offer of help. Ну, спасибо за информацию. Неплохие такие нам идейки подкидывают старые члены семьи. Их Поле тоже задолбал, просто нещадно, похоже. Ну, а Джеки это натурально просто уже хочет, его крови жаждет. Так, все, нам, похоже, надо выходить отсюда. Неплохая такая квартирка, уютненькая. Хотя, конечно, на первом этаже это... У всех на обозрении. Не люблю первый этаж. Четвертый, пятый, вот самое оно. Так, ладно, куда нам? Эдди Шрот разместился в Ганхилле. Человек по имени Эйб Хантер согласился впустить тебя в здание. Ты можешь попасть в Ганхилл, используя служебную дверь, находящуюся около путей на станции Фултон-стрит. Служебная дверь. Понятно, нам обратно в метро. Фултон-стрит, это, по-моему, как раз та станция, на которой мы сейчас будем находиться. И это хорошо. It's like I have everything to live for and nothing to gain. I got nothing worth having without you. But at least I got a purpose. And that's tearing Eddie Schrodt into a thousand pieces. It's my reason to live. Эдди Шрот, продажный мент. Оборотень в погонах. Заплатят за то, что он поддерживал Поле. Так, служебная дверь. Канал Стрит. Где-то здесь. Служебные двери, по-моему, они около путей находятся. Вот это место я, честно говоря, вообще не знаю. Я в него никогда не играл. Тут проходил мой племянник. Но... Ну, я думаю, мы сейчас найдем. Может, мне в туннель куда-то нужно уходить? Нет, навряд ли. Давайте попробуем. Стандартный лохотрон. Okay, Papa, where's the ball? Where's the ball? Is it in the left or is it on the right? Is it on the left or is it on the right? Is it on the left or is it on the right? Is it in the cup in the middle? Влево? The left one. Ah! Да как так? Слышь, давай еще раз. Ты скотина. Давай по новой. А все, типа, денег получил, поматросил и бросил. Скотина. Блин, ну я точно был уверен, что она была в левой.
Так, ехать нам никуда не нужно, нам где-то на этой станции, видимо, нам нужно будет подняться. Ну-ка, давайте-ка в этой стороне посмотрим, что у нас есть. Подожди, Фалтон. Нет, на станции метро Канал Стрит. Именно тут мы и находимся. Так, вот она, может? Нет. Да, на Кутроне. Йо-йо, ты Джеки, правда? Джеки Эскотаро? Could you help me? Пошла ты. Прошмандовка какая-то, еще помогать не хватало. Хотя давайте послушаем. Может, это не та девушка, за кого тебя принял. Может, ты не проститутка. Но выглядишь ты именно так. Йо-йо, ты Джеки, правда? Джеки Эскотаро? Could you help me? Ну, давайте попробуем, если что, просто не будем выполнять этот квест, похоже. Сайд-квест, возможно. Maybe. Depends on what you need. No, no, wait, no, wait. You know my dickhead of a boyfriend, Joey? Fucking guy, I catch him cheating on me, right? So he goes and changes the locks on my apartment. I gotta sleep on a subway, cause I got no fucking else place to go. 2 years I pay rent on that place, and now that asshole thinks he can fucking steal it from me! Hey, relax. I'm gonna go have a word with him. Where's his place? Chinatown. I really, really hope you could help me, Jackie. I swear to God. The apartment is on Mulberry Alley. I'm gonna wait right here. Right here till you bring back the key. I won't move. Ну давайте поможем, это довольно-таки близко. Вроде бы не такая уж и... Тем более, что очень близко находится. Я не думаю, что это будет сложно. Какого-то утырка надо будет по-быстренькому уработать, забрать у него ключ, и все будет у нас хорошо. Круто! Подожди, а не сюда ли письма надо? Нет, это же у нас продает газеты. Чё я туплю? Ладно, раз уж отвлеклись, то давайте уж сходим, посмотрим. Калашников. Калашникова еще ни разу не находил. Так, хорошо, на Мелбери Стрит, это, по-моему, как раз где Дженни жила. Да-да-да. Где-то там квартира, возможно, в том же самом доме даже. Да, похоже на то. Или здесь. А нет. Тут мы не были. Так, апартаменты находятся на Малбери. Ну это хорошо, но какая именно комната? Ничего, в каждую сейчас. Скилл. Это, видимо, она. Мило, попроси ключи. Просто попроси ключи. Hey, listen. This was just a misunderstanding. Let me give you the keys and tell Dana I'm glad we worked this out, okay? Все, вали отсюда. Так, во что ты превратил эту квартиру? Я люблю свою жизнь, люблю свою жизнь, люблю свою жизнь. Капец. Держи лесоруба. Для чего это интересно?
Так, ну ладно. В принципе, оттуда воровать-то нечего. Ну ладно, закрылась сама. Так, хорошо, идем обратно. Это было очень просто. Единственное, что время заняло. Ну да ладно. Зато это было весело. Я, говорит, люблю свою жизнь. О, письма. Во-во-во. Все письма кинули. Письма из ада, отлично, да? Получить такое, ну нафиг. Так, ладно, тем временем продолжаем искать служебное помещение. Я, честно говоря, не знаю, где оно может быть. Alright, I'll tell you. There's a group of tunnels they use for smuggling Italian immigrants. Well, that's what Jimmy the Grape told me one time. Так-то да. Так, ну что? Твои проблемы я решать не хочу. Ты не девушка. Сам должен уметь решать свои проблемы. Какой-то новый номер дала. Так, лохотронщик. А эта дверь у нас не открывается ни в какую. Что же мне делать? Куда же мне тут идти на этой станции? Fuck me, Deadhead. Явно не в поезд. Подожди, может она по той стороне? Да нет. Нет. Нафиг. Давай еще раз. Hey, you. Hey, you wanna make some money? Давай. I'll play. Средний. Okay, where's the ball? Where's the ball? Is it in the left or is it on the right? Is it on the left or is it on the right? Is it on the left or is it on the right? Is it a couple in the middle? Справа. The right one. Скотина. Я прибью скотина. Разводит народ только так. Так, ладно, это все хорошо. Что мне делать? До улицы Фалтон. Мне не нужно на улице Фалтон, мне нужно... Подожди. А, на станции Фалтон Стрит. Блин, че я туплю? Ну хорошо, хоть поезд меня ждет. О, канал Стрит. Или я как-то не так читал. Не знаю. Сложно сказать. Anyone who says the subway is dangerous never sat in the back of a yellow cab going the wrong way at 90 miles an hour through the Midtown tunnel with a guy who can't speak a lick of English, my buddy, Crazy Abdul. Да ты что? Так, где у вас здесь служебные туннели? Ага. Мич. Оно? Явно нет. Хотя, по мне, так выглядит именно как оно. Служебная дверь, находящаяся около путей на станции Fulton Street. Ну вот служебная дверь. Может, стал поговорить, что-то надо? Down that way.
You see Ernie DeVore, you tell him his brother Mitch is waiting. You tell him to get his sorry ass back here. Да ладно. Мне бы кто сказал, как эту дверь открыть. Возможно, это все-таки не она. Затрудняюсь ответить, честно говоря. Так, давайте почитаем еще раз. Что-то я сегодня туплю. Так, человек по имени Эйп Хантер согласился впустить тебя в здание. Ты сможешь попасть в Ган Хилл, используя служебную дверь, находящуюся около путей на станции Фултон Стрит. Ну вот же она. Блин, давайте посмотрим, может тут еще такие есть. А я, блин, уперся в одну и стою. Тут ничего нет. Ну-ка, забацай, че. Прикольно. Так, тут туалет. Там тоже ничего нет. Да. Тут нет ничего. Я, честно говоря, не понимаю тогда. Один вариант остался. А, вот. Hey, how you been doing, Gavone? It's me, Benny. Well, here's the deal. We got some old men with their dicks flapping in the breeze and their noses seriously out of joint, you know what I mean? And that little schmuck Paul, he's gone too far. He's got some fucking West Coast assholes doing all our meaningful labor. Jesus Christ, we've been earners for this family for more years than I care to remember. Now this. What do you say I put him over a barrel and show him the true spirit of family loyalty? I knew we could count on you, Jackie. There's an entire gang of these idiots. We need you to put them in the ground one by one. Now the first one's been tailing your Aunt Sarah. Don't think she don't know every move he makes. Понятно, мы очередной сайт-квест, оказывается, взяли. Но как будет время, выполним. Если будет время. Если не будет, то, естественно, не выполним. Так, ну что ж такое? О, хотя воняет. Так, ладно. Как же мне попасть в эту дверь? Почему я не могу туда попасть? Возможно, мне нужно спуститься на пути, оттуда как-то пройти. Других вариантов, честно говоря, просто нету уже. Хрен знает. Подожди. Чё-то мне это всё не нравится. I will not bother with this cattle. Давай уезжай. Блин, я запутался. Я запутался. Может... Ну-ка, вот сейчас он уезжает. И мы идем сюда. Ой-ой-ой, быстрее, быстрее, быстрее. Твою мать. Ладно. Я тогда не знаю, куда мне идти. Но мы находимся именно на той станции. И что мне делать? Может, это баг? Давайте попробуем еще раз. Нет? Уф. Давайте тогда на этом завершим эту серию. Как разберусь, начнем следующую. Пока что время еще есть на одну серию. В принципе, все было прикольно. Надеюсь, вам тоже понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.